Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я занимаюсь фулстак разработкой. Моей основной задачей является разработка программного обеспечения для обслуживания корпоративных клиентов. И второй моей работой является преподавание в школе SkillUp. Я являюсь преподавателем подготовительного курса к тестированию. Сама программа состоит из двух блоков. Первая часть — это веб-блок, где мы изучаем, как работает интернет, историю интернета, HTML, CSS, учим построение юзер-интерфейсов. Вторая часть — это SQL, это запросы к базам данных. Там мы учим, как получать данные, вставлять новые, обновлять уже существующие, удаление данных. Этот курс будет полезен не только для тестировщиков, но и для тех, кто желает стать программистом. Поэтому всех вас ждем у нас на курсе.